Сегодня я объявляю военную спецоперацию в Украине. Слишком долго народ Донбасса, этнические русские, находились под угрозой. А что за отметки? Слишком долго. НАТО расширялось, подбираясь к нашим границам. Что за отметки, кстати? Что за флаги такие? Я такие даже не... Несмотря на все соглашения, несмотря на все недавние просьбы снизить накал, сейчас, когда военная инфраструктура НАТО на наших границах, а русский народ в Украине находится под угрозой, мы решили вмешаться. Мы денацифицируем Украину. Исцелим ее оружием и бомбами. Уже не похоже на денацификацию, уже похоже на деукраинизацию. Ну, кто там будет уже разбираться по факту? Уже. США постоянно так делает, так почему мне нельзя? Я покажу, почему нельзя, мерзавец! Америка? Слушай, чел, я тут немного занят. Знаю, бро, слышал. У меня от такого башню снесло. Так что я подумал, и если что, могу эвакуировать тебя оттуда. Эвакуировать? Сейчас? Зеленский? Ну, да, я в целом знал, что ты не захочешь. Ты издеваешься? А, так подожди, я думала, шарики, кантриболс, это как олицетворение страны, а тут получается в контексте, но это могут, как президенты. Могут и человека. Или, в принципе, они могут быть и обычными, да, какими-то солдатами, да, например, да. То есть они так, в контексте определенной ситуации могут быть кем угодно. Мне нужно вооружение, а не подвести куда-то! Воу, скажет... чего? Ты в норме? У вас там хаос. Нет, нет, я думаю, знаешь, как скажет? Пуш-пуш, алло, алло, плохие связи, плохая связь. Ой, вас-то что-то не слышно, пока. Да? Мне надо идти! Поговорим, когда будет время. И что мне делать? Я в меньшинстве. Чел, надеюсь, наша линия поставок будет в норме, чтоб без всякого, ты понимаешь. Все будет в ажуре. Стопэ, из вас 141 проголосовали против войны с Россией. И только 45 готовы ввести против нее санкции? Отстой. Не каждый из нас считает санкции эффективным инструментом дипломатии. Это точно не потому, что половина поставок оружия поступает из России. Вот ты не занимаешься продажей оружия. ЕС, к тому же, получает почти весь газ из России. Добро пожаловать в взаимосвязанный мир. Ну, у нас есть план по отказу от российского газа к концу года. Вот, видишь, у него план. Узнаю смех. Хорошая шутка, Европа. Откажись от газа, коль хочешь. Посмотрим, что... Без угроз, а что там стоит? Что тебе надо? Знаешь, мы тут просто подумали о небольшом ремонте трубопровода. Если ты думаешь, что отпугнешь мою промышленную военную, то есть нас, отпугнешь нас, то ты... Вашу ж мать! Хватит тут просиживать сферы! Отправьте мне вооружение! Украина? Сферы, полусферы. Что ты тут делаешь? Я такой же полноценный член ООН, как и ты, Россия! Ууу, какой бука! Потому что ты бомбишь мою страну! Имею право на злобу! Весь ООН обязан санкционировать тебя! Забавный факт. Как член Совета Безопасности, я обладаю правом вето. Да. Так что можно отменить. Вот именно! Так бессмысленно все. Зачем все собрания, если они такие... никчемные, получается. Смысла в этом нет вообще. Если ты находишься в Совете Безопасности, вот ты одна из стран, которая находится в Совете, то ты можешь делать любую фигню, и ты просто можешь сказать, я отменяю. Но если там другая страна, которая находится в Совете Безопасности, там ты, да, уже можешь ей как-то там руководить. Что, ну, пришлите говоря мне больше оружия и патрон! Сэр, надо двигаться! Ах ты, щука! Твою ж мать! Надо бежать! Ну, все. Европа, НАТО, объединяемся. Итак, нужно отправить Украине поддержку. Огневую поддержку. Кто за? Это было бы беспрецедентно. Наша политика в том, чтобы не отправлять вооружение в зоны конфликта. Ну, это глупая политика. Он прав. Глупая политика. А я не могу использовать стандартный бюджет на военные расходы. И это тоже глупо. Попробуй изменить. Хэйго! Вообще, мы могли бы запустить Европейский фонд мира. А это еще что за херь? Это особый механизм, что позволяет выделять больше средств на милитаризацию. Эй, вы называете военное... Так, да, я только что хотел сказать. Фонд мира, чтобы, который выделяет больше денег на военизацию. Это так звучит, ну как бы... Фонд войны. Финансирование фонда мира? Да, это странно. Я просто называю это фонд взрыва.
Итак, суть в том, что нам всем нужно начать милитаризацию и начать снабжать Украину. Мы не экспортировали оружие в зону боевых действий со Второй мировой, но... К черту! Сделаем это! Да, знал, что у вас осталось немного брутальности. Осталась только одна проблема. Как мы, блин, доставим вооружение в Украину? Вон поляк прибежал. Вы же остальные... типа соседи с Украиной, да? Через них. Итак, смотрите в оба, мои крошечки. Украина может быть за каждым углом. Топливо и боеприпасы тоже... Украина может быть за каждым углом. Это так звучит? Ладно, окей. Могут быть за каждым углом. Я понимаю, это про шарики. Да, после той атаки Украины мы совсем на исходе. Да брось, Тимослав, не будь такой нюней. Если потребуется, мы запросим припасы у украинцев. Думаешь, они помогут нам? Конечно! Мы же спасаем их от злобного нацистского режима! Точно! А это, походу, самое начало, да? Угу. Привет! Это я, Россия! Мы можем... Привет! Мы тут надеялись! Мы пришли спасать! Угу. Привет, не могли бы вы... Похоже на консультантов Oriflame. Не хотите поговорить о нашем великом Господе Спасителе Владимире Пу... А, к черту все! Если они не признают в нас спасителей и не дают нам вещи, то мы просто... Не могу поверить, что они ни капли не благодарны за нашу помощь. Возможно, у вас нереалистичные ожидания в отношении этой войны, сэр. Ты втянул нас в какой-то пиздец. Это такой истерический, очень, да, смех. Осторожно. Знаешь, а ведь у меня семья здесь. У меня друг из Харькова. Мы повредили их линию снабжения и в данный момент загнали в угол. Но нам нужно больше бум-бумов. Именно, сэр. А что с остальной частью страны? Они добились успехов на востоке и юге, а на Запорожской электростанции продолжаются баталии. Мы безоружны. Держим их сколько сможем, после отступаем. Да, сэр. Блин, так смотришь, думаешь, лучше бы это все были действительно просто шарики. Mm-hmm. И знаешь, смотришь предыдущие серии Мистера Сферического, как бы это уже, как оно уже было тогда, раньше, в истории, и как бы все равно можешь так представить, что это были люди, а когда рассказывают про текущую войну, да, то это гораздо острее все воспринимается. Знаешь, это российские шарики говорят, типа, у меня здесь друг в Харькове, у меня там родственник какой-то, да, и реально вспоминаешь обычную жизнь, обычную ситуацию, когда родственники живут, кто-то в России, к примеру, там какой-нибудь отец и дочка, к примеру, живет в Украине, да, и примерно созваниваются они и говорят, типа, блядь, ну, типа, Россия напала на нас. Они говорят, ты что, подожди, мы сейчас спасем. Сейчас мы вас спасем. Да. В смысле спасем? У меня ничего не происходит. Надо меня спасать, да. Нет, мы сейчас спасем, потерпи. Чуть-чуть потерпим, сейчас спасем. Мы знаем, что у тебя все плохо. Сейчас спасем, да. Больше оружий! Нужно больше оружий! Под столом явно лежит. А, да? Серьезно? А это то самое. С прошлой серии. Какое? Ядерное. Ничего, моего не было. Которое не отдали. Когда советские ядерки. А, нет, все-таки все отдали, понятно. Да, да, когда не отдали. А, да. Черт, Америка! Где вы все? Отлично. Просто за... Выходи поиграть, Украина! Пора стать нейтральной! Я покажу ему нейтрально! В моем составе! Нейтральный! Чел! Ты смотришься довольно помято! Что? Молчал бы! Мой детальный план военных поставок был безупречен! Я ничего не говорил, эй! А где твои друзья? Не хочу говорить об этом! Итак, ты готов наконец стать русским, то есть нейтральным путинным государством? Да, да. Знаешь что? Давай! Я хотел быть хорошим, но к черту! Я устал сражаться! Эй, Украина! Подумал, тебе понадобится кто-то из этих ребят! Последний момент. Давай, Польша! Жгите, ребята! И все? Висит рук волшебник голубом в вертолете! Новый год наступил чуть раньше! Вот черт!
Ой-ой. Как тебе такое, а? Каково это? Бояться! Ой. Воу, постой, друг. Давай не будем делать поспешных выводов. Ты мне как заноза в сфере, Россия! Меня все достало! Убирайся отсюда, или я угощу тебя рожком полным ракет! А знаешь, ты прав. Я просто уйду так же, как и пришел, и мы приостановим все пока что. И без шуток мне! Какие шутки? Смотри. Видишь? Я ухожу. Вот так. Мне надо вздремнуть. Прям сразу спать? Эй, у нас тут все пошло не по плану. Придется сменить нашу тактику. А, беженцы. Я хочу назад сражаться, папа, как мужчина. А папу пускали? Вадим, пап не пускали. Может, есть одиночка, папа? Это не то, что определяет мужчину. Борьба – это не только лишь сила. Это еще и стойкость, мудрость и сострадание. И много чего еще. А как же наши солдаты? Надеюсь, они сражаются не чтобы проявить мужество, а чтобы защитить других. Пойдем. Нам с тобой надо навестить тетю Зину в Краков. Она ждет нас. Сложно, на самом деле, смотреть, потому что понимаешь, что это, ну как, не просто мультик. Совершенно не просто мультик, я говорю. И в отличие от исторических реконструкций, оно гораздо-гораздо все это острее воспринимается. И ты понимаешь, что вот это вот была первая серия, это вторая серия. Еще непонятно, сколько серий будет. Да, знаешь, как-то конца края не видно этой войне. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.